Всем здорово, пацаны, с вами Никита Мамин. И сегодня я, короче, решил заехать на район Рифу, короче, банда Рифу. А там с нами, знаете, кто нас ждет? Там Мелвин Нилсон, пацаны, да-да, тот самый лидер Вага. Сейчас, короче, приедем на район. Пока что расскажу вам, что Балас тащит где-то. Но не об этом. Я приехал. Там наркоюзин. Заходим. Вообще красивый интерьер. Ну-ка. О, здорово, Мелвин. Здорово, Ники, здорово. Ну как же туха, рассказывай. Да ничего, пойдет потихоньку, ебать, сам как. Я сам нормально, вот в Астеках пошел. Я вот знаю, что ты был лидером Вагас. Расскажи, как тебе вообще стоял? Да, блядь, ты как стоял? Сначала думал, блядь, возьму, блядь, потащу, ну, блядь, по гетто даже не тащил бы, блядь. Ну, КВ 20-30, я бы держал, наверное, блядь. Ну, потом, короче, вот ТПФ предложили. Еще Зузука, вот, блядь, был, когда обмен, вот. Ну, блядь, я согласился, заявление писал же, сидел, сколько я в Агасе, ждал же вот это все лидерство. Ну, первые деньки были, конечно, такие суровые, как сказать, набор на состав набирал, на мне дали нейтрал день, но все же не хватало всем качнуть успеть, а кому-то смс-ки прочитать в скайпе, который я писал, звал дипов 7-го, серва с 1-го, с 4-го многие пацаны подошли, тоже спасибо им за это. То, что не поленились, качнули аккаунт 2-го левела и тупо заходили на тир, даже вот, тупо просто нормал. Ну, поначалу начали тащили, мы с грубом это при лидере еще и, блядь, Кармен Биас, вот, который фулку взял. Нас было 35-30 тел, блядь, первые телы самые были, короче. У него 40-45, он тащил, блядь, тоже нормально. Ну, в общем, вар был нормальный. Потом вот он фулку взял, нас где-то поделили, короче. Ну вот, блядь, ну и хули. Как тебе, блядь, объясни, блядь? Сейчас. Здесь. Я у тебя домик, блядь, зачет. Гетовский такой прям домик. Да. Ну вот, где-то поделили, тут я, блядь, балласом приложил мир, блядь, типа, хуё моё. Ну я понял, что я его не потащу, там, блядь, просто, типа, у меня тоже там, короче, блядь, искать мощнее, блядь. Вот, ну он, короче, блядь, отказал мне, хуесос, блядь, сука. Вот, ну и началось это вот, только КВ плюс ухожу, начинает он, блядь, постоянно коптить, хуетить, короче, давай там, блядь, уже, короче, на район забегать, распальцов, короче, вообще, блядь. В итоге с ним, блядь, цапались, и вот, когда вчера, или два дня, да, вчера вроде снялся, вот, с поста, СЖ ушел, как бы, ну, сняли, блядь, с лидерки, как бы, не справился, причем, вот, мне дали два дня, чтобы взять 4 КВ, я на два дня взял, но утром, но днем их уже не было у нас, вот, я ему в скайпе написал, главному админу, ну, типа, мол, типа, это, давай я буду сниматься, у меня еще работа, сейчас практика идет на заводе, вот. Типа онлайн маленький, ну, короче, ТПФ, ну, там, пожелал успех, ебать, все. Все такое, короче, типа, вар, говорит, хороший был. Ну и снял меня, и все, после этого вот у меня был твинк Мало Нилсон. Это еще до лидерки. Тоже знаю. Как тебе состав вообще, состав, который был в вами? Бля, вообще, пацаны, которые подошли, блядь, даже вот, которые тупо заходили, вот даже вот есть пару типов, скажешь, Скут Вилсон, там левел тоже, ебанись, 40-м, вот тут, короче, он был гойск, короче, ну, на теру, вот, 45 минут инвайтил его. Доминик тоже, вот, Корлеон, тоже ему спасибо, якорь был, через твинк на кап заходил. Ну ты потянулся, это само собой понятно, это вот, ну, всегда уважух, ебать, то, что я сейчас тоже долгу не останусь. То есть меня хилкуют, я тем же отвечаю добром. Ну так вот, короче. Как тебе жалко было, что не смогли взять хотя бы 5 КВ после того, как на риск учились? Бля, ну не то, что жалко, как было, блядь, просто, блядь, нерв, вот эта вот вся хуйня. Вот думал, лидерка это легко, на самом деле это, блядь, нерв столько, все флудят, пишут, везде тебя хотят достать, блядь.
Да нет, блядь, мне нравился, я проводил разные РПшки, все такое, мне то есть нравилось даже то, что состав есть, и ладно. Ну, тащить-то, конечно, надо, я понимаю, это, блядь, все-таки не гостник, а лидер банды, как бы. Тут, блядь, надо КВ брать и брать, чтобы не сняли. Ну, если не получилось, то что? Не бывает, с кем не бывает, первый лидер, конечно, что будем стараться двигаться в новом направлении, в новом русле, как бы. У меня такая информация есть, что ты еще играл на 07-м сервере. Что ты можешь сказать про тот сервер? Да, я играл на 07-м, там, блядь, 2 года я играл. У меня семья Бенсон там была, Сет Бенсон я был. Вот. Тоже, ну там, блядь, поначалу, блядь, было нормально, а потом вот у нас свое ОПГ было организовано, там ПРП, как можно сказать, там захват-то делали, похищение, теракты. На форуме все оформили, короче. Но потом что-то я в ссоры, я с админом, с Эдвилсоном вошел, как бы, и, блядь, все. Понеслась, это вот за любую хуйню, блядь, следи, кикает, ебать. Я прям потом, блядь, как-то 22-й, где-то вот мне оставалось часов 25-20 до 23-го, и все, я прям пишу ему. Короче, мат в репорт, я ему написал, Дина. И все, вот я потом летом не играл. Вот сейчас на 8-й зашел. Кен Фостера, Миллеру помочь Хуге. И вот начал играть, понравился серф, админы были адекватны, хотя на то время, когда начинал только играть, не знал. Ну, что не напишешь, попросишь, всегда ответит, блядь. Ой. Когда ты сюда зашел на 08, какие у тебя первые впечатления? Ну чё, такой же серф, как, можно сказать, 7 онлайн, конечно, чуть больше, но такой онлайн мне нравится, как много, ну, много народу играет. Ну, блядь, зашел как. Сразу апнул вторую, сразу к Миллеру пошел. Миллер дал мне на это, на ломку, на скиллы все дал. Вот, когда он снялся, я потом не помню, куда пошел. А, Вагас. Там помог на тень ему, блин, просто. И, короче, жалобу кинули, и меня забанили в офи. Ты после того, как его забанили, ты сразу мел бы на место? Ну да, еще опыт X2 шел, донат X2, я сразу думал, что же это, шанс не терять. Ну, качнул Мелвина, конечно, ну, блядь, не прям, конечно, да, 15-го левела, блядь, ну, чуток качнул, и все, и начал, и друзей, знакомые так были, ну, и так искал, знакомился там, кто со мной хотел познакомиться, там, тупо, там, в скайп пойдем, чё. Начинал, сидел, помогал в бандах, вот, Багету помог, вот ему, кстати, его больше большой, блядь, ну, ну как сказать, терн, как с ним общаюсь, но у меня к нему неприязнь. То есть он ставит на банду, я больше не буду помогать таким людям. Я ему весь рок тащил, помогал, РПшки мутил, выкладывал, а он писал только каждый день твинг закину, сорян, занят, хотя онлайн находился круглосуточно, блядь. То есть мог на тех заходить. То есть, ну, блядь, ну он его решение, он сам решает, короче. А Макса. Жумудилу вот Макс помогал, вот это нормально, вот этот Твинкс кинул сразу прям в яках сидел, ну до лидерки я имею в виду, до его, вот. Как ты думаешь, админ состав хорошо справляется с читерами? Ну есть, конечно, блядь, ну админ состав как, я не могу за них говорить, но как бы вижу там кик и читерит, но все равно читеров дамагу хватает где-то. То есть вот я на своей лидерке, что еще, блядь, хотел бы уйти даже раньше, то что 59 тупо баллов, ну, не будут голословить, потому что фрапса нет, доказательств нет. Тупо в 59 нас дамажили и нас коптили. Вот, и не получалось ничего. Как у меня были, тоже там улетали, конечно, за им, за дамаг, но люди те улетали, которых я не знаю. То есть тупо пришли, ну понял, короче, помочь. Не знаю, там у меня в скайпе, в Ворс там. Который тупо по игре знает тоже, вот они вот улетали, я даже не знаю, когда видел, что у меня кто-то летает, я сразу увольнял таких людей, чтобы не портить статистику, и как бы если читеров набирается, то это видно чит состав, сразу видно, что за лидер, который пытается себя терами, как тебе сказать-то, читами всякими вот это вот, ну кроворукие псы, бля. Как думаешь, насколько скоро пофиксят дома? Ну не знаю, там что-то насчет. Я помню на Twitch, короче, была такая тема, когда вот за тот инфо снимал там, то, что, ну вот, должны в казино там что-то внести новое, и вот дамаг пофиксить. Но дамаг еще в разработке, как бы, еще нет инфы такой особой. Как бы они не админ, ну, не говорят то, что, блядь, там, такого вот прям точно числа. Они, конечно, пофиксят скоро, или рано, или поздно, по-любому. Они вот, сколько вот сам, по сути, 2012-м,
вспомнил, какой чат, какой что было. Часто вот вообще интересная игра, часто вообще вон сколько обнов вложили с этой формой. Ну формы, конечно, тоже. Вот, когда лучше покупать, там меньше вояк, сейчас вояк, бля, форму берешь четвером. И тупо там на хаммерах, на НРГ, вот это тоже тупо считаю я. Что ты можешь рассказать насчет ГОСа на 08? В ГОСах ни разу не был, на 7-м один раз был в ГОСах, и то тупо деньги адвокатом зарабатывал. Все время гетто-мафии. ГОСки, я не знаю, для тихих пацанов, которые тупо типа, нихуя себе я сказал. ГОСы, блядь, мне кажется, это тот любит спокойно. То есть там не надо тащить, там зашел, принял, повысил, провел там РПшку сделал просто, блядь. И также вот в новостях вообще набрал там, можно сказать, состав. Никто за тебя тащить будет, а кто за тебя будет работать, вот пока ты в офисе. И все, они объявы пилят, ты им просто даешь за хорошую работу там в неделю, там, например, повышение. Ну или повышение по там дням, по дням, которые выделены будут на форуме, как лидер захочет. И все. А вот в армии, я не знаю, вот армия, конечно, тяжело там, да, там тоже много команд, 14 рангов, если я не ошибаюсь, там. И тупо на посту стоять и писать. Я вот ходил в армию, да, я форму тупо ливал пацанам своим. А так сразу увольнялся, бля. Или меня, блядь, полили, увольняли. Автошкола, я вообще не знаю, что там вообще ловить. Тупо тоже стоишь, конечно, блядь. Лицензия, это, конечно, без автошколы, конечно, себе, конечно, делать нечего было бы, блядь. Потому что как пешком везде бегать, у них же все лицензии. Даже когда бизнес покупаешь, там же тебе без лицензии нельзя. Сразу к ним не прервешься, прям лицензию берешь, бля. Вот. Ну, госы не для меня, мне постреляться, кап, вот это вот такая криминальная сфера, жизнь, как можешь сказать. Пока ты сейчас ответишь на мой вопрос, я тебе задам вопрос, я тебе кофе пока сделаю. Вот расскажи, что для тебя значит банда, вот что для тебя значит мафия, вот что это для тебя значит? Ну, мафия там как раз считается более цивильной, как бы, чем банда. Банда, это, как считается, погвездей чуть-чуть, я так скажу. Мафия, там бизнесы надо брать, да, там раз-полтора часа забивы. То есть там больше РП надо в банде. Вот, более РП поддерживать. На 7-м, вот я помню, у нас фотки были, РПшки, а вот, ну, конечно, не будет Макса в сторону сказано, но Макса тоже, блядь. Мы хоть и проводили РПшки, но в основном он любитель был лучше в плюс к безами войти. Мы не собирали никогда... На сходке просто мы там с Изи Картером что-то пытались сделать, мы собирали пацанов, если плюс би сдавали, и просто раздавали деньги, там, типа, молодец. Ну или кого-то повысить, там, Максат в ПР напишем в личку, блядь, и все. Может, пивка лучше? Для раскаяния. Бери, вон, открывай там, вот здесь вот. А, я еще хотел сказать. Мастеру Куки спасибо, блядь, и Джек Майлз спасибо, блядь, то, что, блядь, Джек Майлз много кого позвал. Ну, не прям много, но позвал типов, которых знал. Хумеллер, спасибо тому, что, ебать, заходил, стрим кинул прям в этот же день, прям в скайпе написал, то, что я твин закину, буду на капу потащу. Тащил нормально вообще. Потом я под конец сказал, мне работа, ну, короче, я начал забивать, на последние 3 дня работал, просто не мог пойти. Вот, и все, и вот как раз я уже думал сам сняться, ну вот потом думаю, все, пора. Вот написал Алексу. Ты сам что дальше думаешь делать? Я сам. Стой, давай сейчас тачку возьмем. Я сам. Ну а ты сам что, ебать, некий, что хочешь дальше, куда двигаться, какого-то направления, чем дышать? Ну, я думаю, пока что где-то сидеть. Надеюсь, что лидерку возьму. Хотя не знаю даже, какую лидерку брать, но точно не негр. Я вот на 08 только латинос, маешь пройти, маешь. Ебать, хачи, сука. Да, вообще цыгане какие-то. Да, не, я бы хотел грув взять когда-нибудь. Я, короче, рифу, или ацтек, или вагас, в общем, латинос только возьму. Вагас, не, надоело мне. Не, ну вагасы, наверное, не буду брать, потому что, ну... Тяжелый, что? Да, там и респа далеко, и бичи туда не ходят. Ну, типа, принимать их. Вообще не знаю. Ну,
как пойдет, сколько пойдет, посмотрим. А составом что у тебя нормально? Ну, блядь, ну надо брать тогда, когда сможешь по лидерам надо брать. Я тупанул от радости, взял, мне, блядь, предложили, я взял. Ну состав, конечно, надеюсь, будет, и вот надеюсь, что ты тоже придешь. А это по-любому, ебать. Вот ты придешь, твои люди придут. Ну да, вот тут уже Пикфорд позвал своих, там мне говорит, вот. Но они сейчас не онлайн, не знаю почему. Скажу Максаржа Мудила, все вот эти вот изи карты, блин. Состав есть, главное выбрать правильное время, правильный момент, как говорится. Ну да, и смотри, мир сразу включать, потому что им с ними мир, блядь, они могут отказывать. Давай кресты-то офну. Да не, давай мы же так тащим. Мы же за личкой приехали. Да, они сейчас сразу нас кинут, что-то. В принципе, мог для своих принять. Сейчас, клисты лов, короче, клисты. Да, личик не помешает вас на капке разъебать. Да, эту теру, я не знаю, какую взяли, мы по киллам тащили, короче, да. И мы были в КВ, были, блядь. Короче, вы взяли, я не понимаю, что это может быть. Ну, наш залетел в последний момент. И типа, ну мы же каптанули, нам же встал. Ну вот, пацаны, короче, с вами был Мелвин Нилсон. А на данный момент какой у тебя ник? Малой Нилсон. Малой Нилсон. Короче, ну, пацаны. Пока вареник, я пока буду здесь играть, пацаны, так что пишите, если что, зовите хилпану. Только если я вас знаю, хилпану, ну и, блядь, ну как, если знаю, я пока никому не хилпану, потому что, блядь, вот в ятках у меня Кен Фостер сидит, а в рифе, блядь, ну и так достаточно, блядь, я думал. Ну, короче, пацаны, приходим, помогаем рифе, либо отстек, а Вагас пока что не вижу смысла помогать, потому что там нет своих, вот. Да, там тип стал такой сейчас, а я узнаю, кстати, у него основа другая, вот, он сейчас там, я тебе говорю, он фуку может оформить даже. Сейчас с баллосов все побегут в группу, в этот Вагас. А в группу почему побегут? Потому что вот этот лидер Мосс, Моссик Ассей, вот это вот, он, короче, помогал очень многим. Я вот видел его, когда был в Вагасах на Макс, Жмудилов на Бакет, он был в баллосах, помогал. Как же его называют этого, блядь? Предыдущего лидера, блядь, баллосов. Который стоял вот перед этим, прям этот, блядь. Ну, который полностью сняли, а потом опять поставили, да? Да, я тоже забыл его. Ну, да, я вот на форуме постоянно вижу, а забываю. Ну, скажи пару слов, это, подписчикам там, кто смотрит. Ну, чё, пацаны, будьте сами собой, тащите теры, капты. В госку не ходите, пацаны, если вы форму сливаете. Ну, лохов лучше, блядь, да, лучше вот гетты, блядь. Всё, давайте, пацаны, до скорого.